Всем привет! Выходим на третий сенокос. В этот раз люцерна вообще сгорела. Дождя нету. Смотрите, какая. Но надо косить. Уже люцерна свету, но невысокий. Сперва раньше первый и второй раз, когда косили, дождя очень много было, а сейчас уже почти месяц дождя нету. Из-за этого люцерна не растет, но надо косить. Мой конь уже готов к работе. Это мотоблок Агро с косилкой. Я подробно показывал, как я с ним работаю, как использую этот мотоблок. Это сиденье самодельное. Пока такое не выпустили еще. Вот недавно у меня сломался ось. Вот поменял ось, полуось. Из-за нагрузки, наверное. Сейчас будем заводить и будем косить. Я уже несколько раз выкладывал, как я косил, как я пахал. Тема для народа это интересно. Потому что сейчас у всех есть мотоблок. Есть проблемы с мотоблоком. И интересно, как работает мотоблок. И поэтому это смотрят. Есть просмотр у меня. Спасибо, кто смотрит. Интересуется моим мнением, как я работаю, как я все это делаю. Вот я сейчас завел мотоблок, сейчас начинаем работу. Прошло полчаса, я уже закончил косить этот. У нас тут 20 соток земли. Вот косил я на 4-й скорости. Когда косим на 4-й скорости, надо на косилку положить вот такие грузы. Это у меня где-то 8 килограммов, и здесь 10 килограммовый металл есть вот такой, тяжелый. Если на 4-й скорости будем косить, будет косилка подниматься, потому что без оборота траву косить не сможет косилка. Надо обязательно полный оборот даешь, и нормально все косит. Вот. У меня еще осталось еще 20 соток. У соседей надо скосить. Сейчас дозаправлюсь, бензин наполню и вперед. Вот так, пока работает мотоблок. Самый надежный у меня, хорошо работает еще косилка. Ни разу не ломался. Мотоблок все нормально. Продолжаю косить. Я закончил этот участок. Я косил на 4-й скорости. И сейчас еду на 2-й участок. Я доехал до нашего 2-го участка. Здесь примерно 18 или 19 соток. Здесь живут баба и деда. Им по 70 лет. И им не нужна трава. И поэтому нам дают. Работаю на 4-й скорости. Вот у них тут картошки немного посадили они, им хватает. И поэтому землю нам так, чтобы косить траву, дают бесплатно. Тут люцерна более-менее. Тут земля влажная, у нас сухая. Мы чуть наверху живем, а здесь чуть ниже. Поэтому так нормально растет здесь люцерна. Я закончил косить 2-й огород. Вот поддерживайте меня. Ну, я знаю, что вы очень любите смотреть. У меня есть просмотры, где я выкладываю работу с мотоблоком. На этом я завершаю. Будем ждать, пока сено высохнет. Буду еще показывать, как я буду работать ворошилкой. Всем пока и до следующих встреч.